Похоже, ловушки у них получаются лучше, чем мосты. Странная раса, эти фалмеры. Кто там? Хорошо, что я доверяю своему слуху.
Смотри в оба. А ты еще откуда? Кто там? Будешь знать. Зайдем в дом или в пещеру, хоть куда-нибудь лишь. Подальше от этого. Тебе удалось добраться до дорожного святилища сияния, посвященный. Хочешь почтить святые слова Ауриэля
и наполнить свой сосуд его просветлением. Да пребудет с тобой благословение Ауриэля на пути к внутреннему святилищу и окончательному просветлению. Ауриэля радостью ваши сердца. Здесь так светло, не понимаю, как ты это переносишь. Ты это видишь? Невероятно. Это статуя Ауриэля, но символы его власти очень старые. Наверное, это очень древний. Лук должен быть там. Эти фалмеры, они вмерзли в лед. Интересно, давно они уже так? А я-то думала, в Каирне душ жуть.
Тебе что-нибудь нужно? Ты всерьез надеешься завладеть луком Ауриэля? Именно этого я от тебя и ждал, что ты приведешь ко мне свою очаровательную спутницу. Он что, обо мне говорит? А значит, как ни печально, мне от тебя больше нет пользы. Ah!
лишь оттягиваете собственную смерть. Впечатляет. Беги, он сейчас обрушит потолок. Он там, наверху, на балконе. Пошли. Хватит, Виртур. Отдай нам лук. Да как ты смеешь? Я был викарием Ауриэля, девочка моя. Меня слышал сам Бог. Пока преданные не повредили тебе. Да-да, мы все это уже слышали. Гиллибором и такими, как он, было просто манипулировать. Посмотри мне в глаза, Сирана, и скажи мне, кто я? Ты? Ты вампир. Но тебя должен был защитить Ауриэль. И в тот момент, когда меня заразил один из моих посвященных, Ауриэль отвернулся от меня. Клянусь, я отомщу, чего бы мне это ни стоило. Ты хочешь отомстить Богу? До самого Ауриэля мне не дотянуться, но его влияние в этом мире в моей власти. Все, что мне нужно, это кровь вампира и его собственное оружие, лук Ауриэля. Кровь вампира, лук Ауриэля, это... Это ты? Ты создал то пророчество? Для этого пророчества недостает одного единственного, последнего компонента — крови настоящего вампира. Крови дочери Холодной Гавани. Ты ждал все это время, пока сюда придет кто-то с моей кровью. Что ж, очень жаль. Я намереваюсь исполнить его. Посмотрим. Крови какая-то сила. А ты еще... Что это? Итак, дело сделано. Восстановление этого дорожного святилища означает, что Виртур мертв. И преданные больше не имеют власти над ним. Что? О чем ты говоришь? Вампиром? Понятно.
Это многое объясняет. Глубоко внутри я чувствую радость, что непреданные виноваты в произошедшем. Потому что это означает, что надежда еще есть. Когда-нибудь они смогут забыть свою ненависть и научиться снова верить в Ауриэля. Много времени прошло с тех пор, как я чувствовал нечто подобное. Спасибо вам обоим. Вы рисковали всем, чтобы добыть лук Ауриэля. И к тому же вы восстановили храм. Я не могу представить более достойного хранителя для этого лука. Если ты хочешь больше узнать о луке, или если тебе нужны для него солнечные стрелы, я с удовольствием помогу. Тебе стоит только попросить. Сияет не так сильно, как я ожидала. Но все же он прекрасен. Он сияет не так сильно, как я ожидала. Но все же он прекрасен. Он сияет не так сильно, как я ожидала. Но все же он прекрасен. Я думаю, мы оба это знаем. Пора встретиться с моим отцом. Если мы этого не сделаем, он до конца жизни будет за нами гоняться. Я давно об этом думаю. Это будет непросто. Но другого варианта, похоже, у нас нет. Нет. Все закончится здесь и сейчас. Если мы сейчас попробуем вломиться в замок через главный вход, нас встретит орда его друзей. Нужно сначала вернуться к Израну и выяснить, что мы имеем. Готова спорить, он поможет нам парой-тройкой мечей. Надеюсь, у вас все хорошо. Говорят, это был лук самого Ауриэля, и именно с ним он вышел на бой с войсками Лорхана в стародавние времена мифов и легенд. Нет равных этому луку во всем Тамриэле, а может быть и за его пределами. Лук черпает свои силы в самом Этериусе, соединяясь с ним через солнце. Благодаря этому стрела, выпущенная из этого лука, наделена магией. Она обжигает словно огнем. Вообще-то, это только часть его свойств. С солнечными стрелами ты добьешься еще большего эффекта. Они вызывают вспышки солнечного света, окутывающие твоих врагов. Солнечные ожоги болезненны для всех, но особенно трудно их переносить нежити. Ну, если предварительно обмакнуть стрелу в кровь, и выпустить ее из лука, это может привести к совершенно другому эффекту и извратить назначение этого оружия. Если, конечно, у тебя хватит безрассудства попробовать. Вообще говоря, я могу тебе помочь. Если ты принесешь мне несколько хороших эльфийских стрел, я проведу соответствующие ритуалы. Само собой. За один раз я могу сделать только 20 штук, так что если захочешь, чтобы я благословил остальные, дай мне знать. Я был бы счастлив, если бы благая земля обрела былую славу. Но те времена давно прошли. Теперь, когда мой брат мертв, весьма вероятно, что я последний из нашего рода. Не нужно так говорить. Я лишь сказал, что это возможно. Но, может, разрозненные группы снежных эльфов есть еще где-нибудь в Нирне. И еще я полагаю, что Виртур не дал тебе возможности пощадить его. Некоторое время я побуду здесь.
Буду присматривать за святилищем и стараться не допускать в него преданных. И, конечно, я всегда рад видеть здесь тебя. Я не испытываю к преданным ничего, кроме симпатии, несмотря на то, что сражаюсь против них. Но я боюсь, их уже ничто не исцелит. Эти извращенные существа возникли не за один день. Это не какая-то страшная болезнь, поразившая нашу расу. Пусть гномы украли у них зрение, но должно было смениться много поколений, чтобы они превратились в то, чем стали сегодня. Вероятно, они уже никогда не будут выглядеть как прежде, но я заметил, что за прошедшие столетия интеллект их возрос. Если бы удалось установить с ними контакт, может, они бы нашли покой. Только так они смогут узнать, что не всегда были убоги. Когда-то это была гордая и процветающая раса. Прощай, друг мой. Пусть свет Ауриэля защитит вас от врагов. У тебя лук Ауриэля. Я читал сказания о нем, но и вообразить не мог, сколь он прекрасен. Несомненно, нельзя говорить о победе, пока Харкон все еще жив. Но что насчет Сираны? Можно ли ей доверить поднять меч против своих сородичей, своей семьи? Но, полагаю, на большее надеяться и нельзя. Позволь, я обращусь к Страже Рассвета, и мы выступим. Люди должны знать, что удача все-таки улыбнулась нам. Всем собраться. Пойдем, у нас не так много времени. Доброго дня тебе, друг. Все ли в порядке? Надеюсь, Себастьян. Слишком долго мы позволяли вампирам отравлять ночь и убивать наш народ. Теперь у нас есть способ отплатить им той же монетой. У нас есть лук Ауриэля. Мы должны действовать. Сами боги благословили нас. Настало время положить конец Харкону и его нечестивому пророчеству. Мы нападем на их логово и уничтожим этих мерзких тварей, чтобы они не смогли осквернять наш мир. Это наш бой, и это наша судьба. Настало время Стражи Рассвета! Убить этих! Теперь мы отправимся за ними. Собери вещи и отдохни как следует, друг мой. Встретимся перед замком Волки Хар. Будь начеку. Что теперь? Это похоже на последнюю часть пророчества. Кровь дочери Холодной Гавани может извратить назначение лука. Так и есть. Я думаю, мы можем использовать мою кровь. У тебя есть стрелы? Эльфийские стрелы. Я не собираюсь поливать своей кровью всякий хлам. О, ну тогда ладно. Не уверена, что можно быть готовой убить своих родителей. Я изо всех сил стараюсь забыть, что он мой отец.
Нам есть о чем сейчас беспокоиться. Сосредоточься. О себе я позабочусь. Дело будет сделано, когда ни одного из них не останется. Вперед! Что это было? Покажись. Видно, убежали.
Лиана, моя милая. Я смотрю, ты не оставила привычку держать питомцев. Ты знаешь, зачем мы здесь? Разумеется. Ты разочаровываешь меня, Сирана. Ты пренебрегла всем тем, что я дал тебе ради этого жалкого существа. Ты дал мне? Ты в своем уме? Ты уничтожил нашу семью. Ты убивал других вампиров, и все из-за какого-то пророчества, которое мы даже понять не можем полностью. Хватит с меня. Ты не тронешь его. Я смотрю, у дракона есть клыки. В твоем голосе чувствуется ядовитое влияние твоей матери. Как ты сейчас на нее похожа. Нет, потому что в отличие от нее, я тебя не боюсь. Больше не боюсь. А ты? Похоже, я обязан тебе тем, что моя дочь выступила против меня. Я знал, что рано или поздно она вернется с ненавистью в сердце. Не такая страшная цена за благо для всего нашего рода. Да, конечно, благородный охотник на вампиров. Что будешь делать, когда уничтожишь меня? Кто будет следующим? Валерика? Сирана? Тогда моя дочь воистину потеряна навсегда. Она мертва с того момента, когда приняла смертного в свою жизнь. Да, действительно. Разговор с тобой и дочерью-предательницей начинает мне надоедать. Я дам тебе единственный шанс отдать мне лук. Второго не будет. Ну тогда ты не оставляешь мне выбора. Я не могу.
Ну, вот, дело и сделано. Пока не знаю. Вероятно, я пока останусь со Стражей Рассвета. То есть, пока меня они терпят. Они достойные воины. И, полагаю, теперь они осознали пользу от вампира на их стороне. Конечно, если ты планируешь и дальше путешествовать. Это я и хотела услышать. Итак, зверь уничтожен. Кроме того, лук Ауриэля теперь в надежных руках. Теперь его сохранность станет задачей Стражи Рассвета. Пророчество никогда не должно сбыться. Скайрим обязан тебе. Пусть этих вампиров больше нет, но битва не окончена. Когда мы вернемся в форт, у нас снова будет много работы. Мы будем рады. Итак, зверь уничтожен. Кроме того, лук Ауриэля теперь в надежных руках. Теперь его сохранность станет задачей Стражи Рассвета. Пророчество никогда не должно сбыться. Скайрим обязан тебе. Пусть этих вампиров больше нет, но битва не окончена. Когда мы вернемся в форт, у нас снова будет много работы. Мы будем рады, если ты присоединишься к нам. Да. Нет. А зачем? Вот как? Это важное для меня решение следует принять по твоей прихоти. Забудь это. О, что это?